Rusia tepis tudingan melakukan serangan ke pemukiman Ukraina. Disebutkan militer Rusia hanya menyasar infrastruktur militer Ukraina. Kemenhan Rusia melaporkan. Sebanyak 821 infrastruktur militer Ukraina telah digempur oleh militer Rusia. Berikut pernyataan Igor Kanashenkov. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 48 радиолокационных станций. Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.